Ребят, всем привет! С вами снова Дукит, канал World of Games. Сегодня у нас будет видео про игру ARK Evolved, ребят. А именно, мы сегодня будем с вами разговаривать о том, то, что у нас не загружается карта, не загружается сервер, как нам эту проблему решить. В основном это касается карт, где установлены какие-либо моды, ну или дополнения. Вот, смотрите. Сейчас я вам попробую показать. Допустим, мы с вами заходим присоединиться, ребят, и у нас это чаще всего бывает на неофициальных, ребят, серверах. Вот, выбираем мы неофициальные. И сейчас давайте попробуем взять какой-нибудь сервер, да? Так, давайте возьмем вот. Сейчас посмотрим, он у меня есть в избранных или нет. Сначала загружал я его или не загружал. Так. По-моему, у меня его нет. Нет, нету. Так, ну что ж, давайте попробуем. Так, выбираем мы неофициальные. И с вами, ребят, сейчас мы выберем вот этот. Так, ну что ж, мы его выбираем, нажимаем подключиться. Обычно это бывает вот так вот. Ну, то есть подключаемся. У нас вроде все грузит. Надеюсь, что у нас сейчас как раз тот случай, когда она сейчас с первого раза не загрузится. Хотя, не смотрите, загружает. Так, ладно, давайте, ребят, попробуем другой. Сейчас я даже подождем. Сейчас это отмена. Нет, он уже не отменит, походу, его. А вот, ребят, смотрите, время не удалось, вернее, не удалось присоединиться, время подключения истекло. То есть у нас периодически это окно вылазит, и многие, ну, те, кто не знает, поначалу, то есть приходится постоянно, он загружает, у него постоянно окно, ну, это окно вылазит. Что нам для этого нужно? Нам, ребят, надо будет закрыть это окно и обновить. То есть мы его обновляем. Получается, почему это вылазит? Здесь загружены моды или дополнения, и, грубо говоря, для того, чтобы вам запустить сервер или карту, они нужны. И поэтому у вас, когда начинается загрузка, он доходит до определенного вот этого мода, у вас его нету. И поэтому, то есть он его, получается, закачивает, ну, я так понимаю, заскачивает его уже со Steam там, или именно с игры. То есть мы его обновляли, он добавляется. Поэтому, короче, мы заново подключаемся. То есть у нас идет загрузка, этого мода нету. Он, то есть, получается, останавливается. Мы его обновляем, он опять загружает этот мод, и мы погнали дальше. В некоторых картах, ребят, у меня был такой, что я, наверное, минут 15-20 сидел, просто добавлял моды. Так, мы обновились, ребят, смотрите. И дальше мы ищем... То есть, и дальше обновили, нажимаем дальше подключиться. То есть он начинает опять загружать. Дальше, получается, грузить начинает. Вот. То есть в игре, то есть даже если вы полную скачиваете, полную, то есть все, весь РК, все равно некоторые моды, они в магазине, там дополнение, не знаю. Ну, короче, их надо докачивать. То есть игра уже автоматически их будет искать, докачивать их. Но при этом у вас может периодически вылазить вот окно, и вы не сможете заходить, потому что он будет писать ошибку. Так как он дошел до определенного момента, как я вам говорю, у вас этого мода нет, надо обновить и заново дать загрузку. То есть вот это окно, оно вылазит. Видите, он грузит, грузит. Если, грубо говоря, там бывает это быстро... Вот, видите, у нас, смотрите, не удалось подприсоединиться опять. Мы нажимаем опять ОК и нажимаем опять обновить. Мы опять обновляемся. Мы обновили, ребят. И нажимаем подключиться. То есть я когда первый раз столкнулся с такой проблемой, я, блин, я играл на этом сервере, думаю, ну все, короче, блин, не поиграю. А там оказалось все проще, то что просто добавляют моды, которые, ну, грубо говоря, у вас надо их
дополнять, ну, вернее, да, устанавливать. Здесь плюс то, что их не нужно скачивать, они после вот обновляешь, они автоматически сюда будут то есть устанавливаться. Единственное, что постоянно надо обновлять и ждать эту загрузку. То есть он, вот как видите, он доходит до определенного, и все, и он опять выдает. И сейчас я покажу, что как бы это все можно исправить, и можно подключить. Сейчас будем мы подключаться. Вопрос в том, что насколько нам это быстро даст. То есть, видите, он опять на вот это время подключения стекло. Мы нажимаем ОК, нажимаем обновить. Дальше мы нажимаем вот сюда и нажимаем подключиться. И погнали дальше. Я, конечно, извиняюсь, что такое долгое видео получилось, но то есть без какого-то определенного примера, чтобы вы поняли. То есть невозможно сделать без какого-то определенного примера, чтобы вы поняли, как это все работает. Поэтому видите, да, моды. У нас получается 18, да, вот показывают. Сейчас у нас пошла загрузка. Но надеюсь, что у нас на третий раз, ребят, это все удастся сделать. Даже видите, какая картинку добавили, это день Святого Валентина, ну прям молодцы, заставочку не поленились, сделали. Я почему делаю это видео до конца, ребят, потому что вы дабы видели, что это реально работает, то что не говорили, что как бы я, ну, то что это бесполезно, то есть некоторые не досматривают видео или невнимательно смотрят, а те, которые я делаю по каким-либо там, ну, и пишут, что это не работает. Вот. Да, и я, если честно, сам могу сказать, что даже я иногда невнимательно что-то слушаю или смотрю, да, обозреваю. То есть у меня тоже не получается, хотя все дело в невнимательности и как бы... Все, ребят, вы видите, у нас все загрузилось. Я еще раз хочу повториться, что в данном случае может быть это происходить очень долго. Поэтому... Наберите терпения и вперед. Ребят, кому это видео помогло, не забываем подписываться, ставить лайки. Также пишите, что бы вы хотели видеть. Может быть, какие-то есть обзоры, по которым можно сделать видео. Мне, допустим, пишите. Будем смотреть и делать видео. Ну что ж, ребят, видите, что все загрузилось. Все работает. Вот мы зашли на сайт. Вернее, зашли мы на сервер. И все супер, супер, супер. Ребят, всем пока, с вами был Дукит, канал World of Games. Всем, ребят, удачи, здоровья и счастья. Всем пока.